tu, Мы на особом месте. А ши крестама вет. Это место крещения. Ше мусу ипашие дити. Это наши особые пруды. Redziet, kā tie ir kā Oskara dīķi. Jā, tā kā būtu prūdi Oskara. Bet mēs viņus tā kā izmantojam. No mīķis poizēm, ja boga. Un te visi jau tā pieraduši brauka, ka redziet, teikt mūsu dīķi. Visi jau tā pieraduši, tā iestiči, tā tā kā naša prūdi. Tas ir labi, ka divi bērniem daudz, ka mēs dalamies ar daudz ko, jā? Это хорошо, что мы многим делимся. Bet pats lielākais, ar ko Dievs zina, mēs dalāmies. Но самое большое, чем Бог хочет, чтобы мы делились. А кто пармеется, кто симуса? А это нашим убеждением, которое в нас. Bet man ir tāds jautājums šodien. Но сегодня у меня такой вопрос. Arī pie tiem, kas jau daudzus gadus ir Jēzus Kristus. Также и тем, кто уже много лет в Иисусе Христе. Un kas jau daudz gadus atpakaļ ir pateikuši, Jēzu, es vārds kungs. Которые уже много лет назад сказали, Иисус, будь моим господином. Faktis, tas bija pirmais tāds, zināt, kā ceļ tiltu. Tiltu, tur tādi, nu tādi, kā viņš sauc tādi, nu, kādreiz pāļi, bet tādi, tā kā pāļi, vai ne, lai tiltu uzsaukt, jā, vai tik pāļi. Ja, tad tam, kā strojīt plaskadā, tā asnavaņa, katrā zabīvājās ar zemļu. Tas, ka tu pateici, Jēzus Kristus, es mani skatās, ir sākums. Тогда, когда ты говоришь, Иисус, будь моим Господом, это только начало. Это первая стая. Но это начало. Но Девс тебе дает палīgā эндену, Девс тебе дает палīgā дазаутс иеспējas, jo Viņš sāk palīdzēt tev celt šo tiltu. И Бог начинает тебе помогать и строить этот мост, Он дает тебе своих ангелов. Šo tilti, kas ir uz debesīm. Этот мост он ведёт на небеса. Без Христа то невер не побегть сюда. Без Христа это невозможно. Это вообще невозможно. Это вообще невозможно. Без сакум сыши дьян. А но начало это тот день. Без пением лам. Когда я принимаю решение. Милет Христу. А любить Иисуса. Будь меня устицей. Быть верным ему. Не откатись на шива. А не отступать от этого слова. Вот Дьявол пер мана отпадает та подка под Давид, под Иезу, под Авраам. Чтобы Бог мог сказать обо мне так же, как он сказал насчет Давида, Авраама и Иисуса. Это сын по моей воле. Это сын по моей воле. Это сын мой любимый сын, моя любимая дочь. Это мой любимый сын, моя любимая дочь. Nākamais solis pēc tā, kad mēs sakām, nu, kad mēs tā kā pieņem Jēzus Kristus par kungu, mēs kristāmies viņā. Следующий шаг это мы крестимся в нём. Un mēs pēc tam mums vajag kopā ar šo te svētāgu, ar palīdzību, glābt savas dvēseles. А потом в дальнейшем мы должны спасать свои души вместе со Святым Духом. Tie, kas ir gājuši tomēr mācību, tie atcerās. Tie, которые проходили учение основ, они помнят это. Bet daudz zinām, es aizmirstu. Но мы это забываем. Un man gribas šodien atkārtot. Я хочу это напомнить еще раз. Tad mēs pieņemam Jēzus Kristus par savu kungu un kristām. Вначале мы принимаем Иисуса своим Господом и крестимся. Pieņemam Jēzus Kristu, tur mēs labam savu garu. Когда мы принимаем Иисуса Спасителем, мы спасаем этим наш дух. Mūsu tukšajā cilvēki ienāk Dieva gars, kas sāk palīdzēt. Наш пустой человека заходит дух, который начинает нам помогать. Un viņš sāk atdzīvināt. И он начинает нас оживлять. Без того мы не можем. Без этого мы не можем. Но лишь там у нас бы место, все вайяк, место, вайяк, все пасал, место не вайяк Диев. Потому что до этого была только плоть, которая надо, ей надо мир и не надо то, Бога. Да на этой земле что ли? Bet nevajag Dievu, viņa pa debesim īpaši nedomā. A plot ir soba nedomāt našķot nebies. Un dvēseli pa vidu. A pa seredīņi jēst dušā. Ir gars. Jēst duh. Dvēseli un miesa. I plot. No sākuma, tad, kad tu nepazīsti Dievu, šī te dvēsele, šī te... A dvēseli ir kas? Dvēsele ir? Dušā, eta što? Tas ir emocijas. Eta emocija. Prāts, jeb izglītība, jeb saprašana. Raza, paņemanie. Vai izglītība, varat teikt. Ili, možno skazāt, obrazovanie tože. Un tas kopā palīdz pieņemt lēmumu. И всё это вместе помогает принимать решения. Mūsu dvēselē trīs lietas. В нашей душе есть три вещи. Эмоцijas. Эмоции. Kuras var nākt gan no gara, gan no miesas. Которые могут приходить и с духа, и с плоти. Kamēr mēs neesam piedzimuši no Dieva, tās emocijas nāk visas no miesas. И пока мы не родились свыше, все эти эмоции приходят с плоти. Kad mēs piedzimsim no Dieva, tad Dieva gars sāk mums pievērst uzmanību pie tā, ko Dievs grib.
И когда мы родились свыше, тогда Божий Дух, Он начинает нам направлять на то, что Бог желает. Jā, bet mīsa negribēs to. Но плоть этого не будет хотеть, и там борьба. Mēs bieži pieņemam šos te lēmumus, tāpēc, ka vai nu mums ir izglītība. Мы часто принимаем решение, основываясь на то, что у нас есть образование. Nu, традиции no ģimenes kaut kāds mums iemācīts, teiksim. Есть традиции, которые в семье. Mēs vienkārši darām, nezinām, kāpēc. И мы делаем, потому что мы даже не знаем, почему мы это делаем. А kāpēc mēs darām? А почему делаем? Tāpēc, ka mēs pieņemam lēmumu, tikai tad mēs darām. Потому что мы принимаем решение и тогда делаем. Весел состав тогда вёрз, но эмоция? Душа ещё раз состоит из эмоций. Брат. Разума. Он. Гриба. И ещё есть воля. Гриба, то есть пеням ламаму. Дарить шита, вы дарить та. Воля. Идет тут, вы идет циту. Которая принимает решение делать так или иначе, идти туда или куда-то в другое место. Вот тут бы шесть гриба, с ним варвис пар, тут бы пеням ламу ставить уз вец, или тату пеням ламу. И даже если чтобы стоять на месте, это твое решение. Но тая зиня мы сам лидзик дева. И в этом мы подобны Господу. Но сир гриба. У нас есть воля. Bet viņu ietekmēt var dažād. No jo parāznamu možna pavlījāt no jo. Un ja Dievs teica par Dāvidu, šis ir vīrs pēc mana prāta. Jēsi Bogs kazāl našo Davida, eta muž pa mai jēj bolie. Tas nozīmē, ka Dāvidam bija svarīgāk par visu citu. Viņš centās piepildīt to, ko viņš saprat, ko Dievs grib. Тогда у Давида самым важным было сделать то, что Бог желает, и тогда его интересы на втором месте. У меня не было важно, что человек дома. И ему было не важно, что другие люди думают. У меня было не важно, что меня сева дома, когда он дает Деву прежде, как по колонам. Ему было не важно, что его жена думает, когда он танцевал перед Богом. У меня было важно, как я представляю Деву на весь сев. Ему было намного важнее порадовать Бога, чем жену. Tāpēc, ka viņš bija pēc Dieva prāta vīrs. Потому что он был мужем по Божьей воле. Un tāpēc mums ir jāzina šīs te vārdi. Tas šī ir Dieva griba. И это слово, это Божья воля. Viņu var pieņemt kā likumu, kas jāizpilda. Это можно принять как закон, который надо выполнять. Bet var pieņemt kā Dievs, es tev gribu iepazīt, ko tad tu gribi, lai es izdāju? Но можно и принимать как Бог, я желаю тебе познать, что ты желаешь. Un viņš palīdzēs tev to piepildīt. Un tu varēsi dzīvot citādāk. Поможет тебе это выполнить, и ты сможешь жить иначе. Tātad gāru mums palīdz glābt Kristus ar savu nāvu un augšām celšanos. Своей смертью и воскресеньем Дух помогает нам спасать... Наш Дух. Спасать наш Дух. Mēs esam arī trīs vienīgi. Мы тоже три единые. Mums ir gars. У нас есть Дух. Dvēsele. Душа. Un miesa. И плоть. Kristus palīdz mums glābt garu, jo mēs paši to nevaram. Jēzus pamagāt spasāt nam duhu, потому что сами мы этого не можем сделать. Pēc tam notiek cīņa ar to miesu Потом par dvēseles glābšanu. Борьба с плотью за спасение души. Bet ja jūs atceries, ko es teicu, ka tur viena liela daļa ir prāts. Но если помните, я сказала, что там одна большая часть – это разум. Un tāpēc mums ir jāliek iekšā tajā mūsu saprātā šī Dieva griba. И потому мы должны вкладывать в наш разум Божью волю. Visu mūžu. Всю свою жизнь. Dieva prātu savā sirdī ielikt. Božju voļu v svojo sirdce. Ko nozīmē sirdī? Što označāt v sirdce? Es pieņem lēmumu dzīvot šādi. Ja priņemāju rešenie žīt tak. Ne tā, kā kāds man saka, ne tā, kā citi dzīvo. Не так, как другие живут, или как мне кто-то говорит жить. Bet tā, kā es saprotu, ka Dievs grib, lai es dzīvu. No tā, kā ja paņemāju, kā Bog želāt, štob ja žil. Tas nozīmē, ka mēs, principā, visu savu mūžu. Это значит, что, в принципе, мы всю свою жизнь. Līdz pat mūsu nāvei. До самой нашей смерти. Ja mēs gribam, lai mēs nebūtu mirstīgi. Чтобы мы желаем, чтобы мы не были... Ветками. Ветками. Jā. Tad mums ir jāglāb savas dvēseles, un tur attīst. Tad mēs dažli spasēt svoju dušu. Kā? I kā? Liekot savā prātā šo te gudrību, Dieva gudrību, ne savējo. Kladavājot svoju razumu, Božu mudrest. Tāpēc ir vajadzīgs draudz. Lietuva nožmēt cerkvi. Un tas ir ļoti nepareizi, ka tagad lasām dažādos žurnālos, kaut kur internetos, Ой, мне у Дева, навек, я с Дева текос маяс. И это очень неправильно то, что мы можем сейчас читать в интернете и в газетах, что ой, мне Бога не надо, я не встречаюсь дома. Зачем нужна церковь?
Tas ir тапот, а спаял, тогда кто бы себя крестит? Это то же самое, что спросите, зачем креститься надо? Христос отнацу шо земе. Иисус пришел на эту землю. И он же отпатец, как он же отнацу сведет Дева драуд. И он сказал, что он пришел создавать церковь Божию. Он же имаци 12 мацек, что делать? Он научил 12 учеников, что надо делать. Как целт драуд, если он тоен дар апостоль дарбо. И в деяниях апостолов они только этим и занимаются. Они готовы мирить по твое. Они готовы умереть за это. Это здравый саухту. Чтобы церкви возросли. И ведь не раухте клусе. Потому что они не могут расти, если не говорят. У нас тоже на этот надо отгадать. Человеку гару глад Христос. Еще раз повторяю. Иисус спасает дух человека. Весели, мы сглабим копа ар виня гудрии. У нас лапнем. А нашу душу мы спасаем вместе с его мудростью. Да что ты, но славно хочешь открывать. Разным тайнам, которые он открывает. Да сын, мы все савада, как гриба, не как, и все посолы. То есть у нас наша воля иначе, чем у всего мира остального. Если ты хочешь, что я буду бить, под не знаю, как библейского лапс школы. Ты можешь быть даже лучшим учеником библейской школы. Ты можешь быть под путь бить лапс калкота. Ты можешь быть хорошим служителем. Ты можешь быть под сыном я сорвал на сова дзиве. Ты даже, может быть, боролся с дьяволом в своей жизни и победил его. И потом отстал шо лад. А потом оставил это слово. У кого-то дзивис летас. Дарить так, как пасал, да. И в каких-то сферах жизни делать так же, как мир делает. Вот так, ну, бед Девс, тут это сапрот. И говорить, но Бог, ты же понимаешь. Девс, вот тебя сапрот. Бог, может быть, тебя и понимает. Ведь в нем мир лапс ликом спрещ человек. Но у него есть хороший закон для человека. Это дает дзиви человека. Который дает жизнь человеку. Он же гривает, то он радит дебеси. И он желает, чтобы ты встретился с ним на небесах. Вот он же не отказывается, что и потому он не отступает от своего закона. А мы же так, ты не вертаться. И он говорит, ты не можешь так жить. Сас на саку открыл. Начинай все с... Пойди, ты сагайся из Гриста. Сас на саку. Даже если все испорчено, начинай сначала. Камерту алпу, это серьезно. И пока ты дышишь, это возможно. Камерту алпу, то я остался тем, что Девс ир лапс. Пойди, то есть пакет. Шпалы, то есть нам пицелки. Ты должен говорить, что Бог влад, даже если ты упал, он поможет тебе встать. Tās ir īpašas lietas. Это особые вещи. Tu nedrīkst pazaudēt. Это нельзя потерять. Es esmu redzējis, kā cilvēki, kuri ir kalpojuši, kuri ir cīnījušies savu vēlnu atbrīvošanas kalpošanā, bijuši visu kaut ko darījuši. Я видела людей, которые даже боролись с дьяволом, они были служителями, служили в освобождении. Un beigās paši dar to, ko citiem mācīja nedarīt. А в конце концов сами делают то, что другим учили не делать. Kāds ir mans secinājums? И какое... Вывод. Какой у меня вывод? Pietiek ar pāris gadiem. Хватит, да, только несколько лет. Tādiem maz aktīviem draudzes darbā un vārdā. Быть мало активным в слове и делах в служении. Служение церкви. Ārpus draudzes. Viens pats es tagad. Быть вне церкви, быть снаружи. Я сам теперь один. Es pats tiekos ar Dievu. Я сам встречаюсь с Богом. Ja tu tiecies ar Dievu, tad kāpēc tavu dzīvi savādāk, nekā Dievs runā? Если ты встречаешься с Богом, почему твоя жизнь не такая, как Бог говорит? Tad kaut kas tur nav. Значит, чего-то там нету. Nāc pie tiem, kas kopā cīnās. Kopā lielāks spēks. Тем, кто борется вместе больше силы. Kas visi iet pret straumi. Которые все идут вместе против потока. Varbūt krītam, varbūt mums tur ūdens iesmējās mutē, bet mēs ejam. Может падает, может быть вода уже в горло рота. Mēs cīnāmies par savas dvēseles glābšanu. И мы боремся за спасение нашей души. Un tur draudze ir ļoti svarīgs elements. И там церковь это очень важный элемент. Tāpēc, ka tā ir Dieva vēstniecība. Потому что это посольство небес. Un vēstniecībā darbojās tās valsts likumi, kam šī vēstniecība pieder. И в посольстве внутри работают те законы той страны, которой это посольство принадлежит. Bet pasauli pieder vēlnam. Но мир он принадлежит дьяволу. Tāpēc cilvēkiem ir grūti šai pasaulē sāpes, ir pāri darījumi visu laiku, pat no visu pašu mīļākiem cilvēkiem. И потому в миру обычно даже это боли все даже от самых ближайших людей.
Un reizēm mēs otram gribam labu, bet izdarām sliktu. И часто мы хотим другому хорошо, а получается хуже. Да потому что мы не сопротивляемся ему. Потому что мы до конца его не понимаем. Мы снова весь человек полный ясно. И мы не должны полностью всех людей мы понимать. Мы не можем то. Мы не можем мы это делать. Мы не можем читать его сердце. Мы не можем читать его сердце. Мы знаем вел нет. Но мы можем одну вещь. Мы знаем принять лаву, пьедот себе. Мы можем принять решение простить другому. Не отмахнуться. И не, не отплатить ему. Un tas būs ļoti liels lēmums tavā dzīvē. Это будет очень большое решение. Не обрунат. Не обговаривать. Не наговаривать на человека. Не мелот пинкат. Не врать, во-первых. Es lasu šodien atklāsmes grāmatu. Я сегодня читала книгу Откровений. Pēdējās nodaļas. Последняя глава. Kur ir runa par to, kā tu taisi debesīs. Где речь о том, как на небесах будет. Bet tur nebūs melu. Но там не будет лжи. Tur nebūs cilvēki, kas grib nu, kaut kādā veidā tā kā sliktu otram. Там не будет людей, которые желают плохого другого человека. Vienkārši net nemelva. Простая вещь, не ври. Gribi iet debesu valstībā? Nemelva nemaz. На небеса не ври ни чуточки. Es nevaru tu teikt. Ты скажешь, я не могу. Tas ir bailes, ka tu nevar. Bailes. Это страх, что ты не можешь. Tas ir bailes, tas nav tas, ka tu nevar. Это не то, что ты не можешь, но это страх. Vēl viena lieta, netiklība. Vторā вещь, это блуд. Pāvils teica par pagāniem. Pāvils говорил насчет язычников. Viņš teica, neuzspiediet viņam visus tos 10 baušļus. Он сказал, не настаивайте на этих всех 10 западь. Viņa nevarēs to piepildīt, jūs paši to nevarat piepildīt. Они сами этого не смогут сделать, потому что вы даже не можете. Viņš tā kā pagānē pietīka trim lietām. Но для язычников хватает трёх вещей. Neēst, neēst to, jā, to nošnaukto. Не есть задушено. Neēst asinis. Не есть кровь. Un izbeigt ar netiklību. И прекратить блудом. Izbeigt ar netiklību, palikt uzticamam. Оставаться верным. Tā kā šī netiklība ļoti svarīga lieta. Так что этот блуд – это очень важная вещь. Ar ko vēlas mūs izsit laukā no Dieva lietām? С которой Бог, ой, дьявол нас мешает в делах Божьих. Tāpēc šī tad tas mūsu sākums gara glābšana, tā ir Kristus rokās un mūsu lēmums to pieņemt vai nē? Спасение Духа – это дело Христа. Дело Христа и наше решение принять это или нет. Mums vienmēr ir iespēja atteikt. У нас есть всегда возможность отказаться. Tas nav ar varu. Это не насильно. Nekas nav ar varu. Ничего нет насильного. Pēc tam nākamais posms ir likt savā iekšēnē gudrību, lai tu varētu visu laiku būt, palikt tajā. Потом следующее вставлять себя это мудрость, чтобы ты мог в этом оставаться. Лету варату целую что тилту с небеси. Чтобы ты мог всю свою жизнь строить этот мост на небесах. Un pēc tam nāka, kā tad ar to miesas glābšanu? А потом третье, как же со спасением плоти? Mēs zinām, ka uz šīs zemes mēs mūs apglabās. Мы знаем, что на этой земле нас прохранят. Bet Kristus ir teicis, ka viņš nāks otrreiz. Но Христос сказал, что он придет еще раз. Un visi tie, kas palika viņā. И все те, кто остались до конца. Nevis tikai, kas pieņēma viņu. Не только те, которые просто nu приняли tā, его. Brīdī, ну так, brīdī, на этот момент, на этот день кто-то уговорил. Bet tu kriti un cēlies, tu šaubies tu atkal iegāji ticībā, tu cīnies. Padal un stāval, tu būs sāmnieņiek, no atpēc tu turējies. Padalžался, tu nedržался у него. Tie celsies augšā. Tie vstanut navier. Tiem būs jauna miesa. У них будет новая плоть. Mēs dzīvosim jaunajā Jeruzalē. Мы будем жить в новом Иерусалиме. Mēs būsim kopā ar Kristu pie Dieva goda krēsla. Krēsts pie troņa kājā. Tu pat ir Kristus šodien sēd. Мы будем вместе с Иисусом у трона Господа. Там же где сейчас Иисус. Tāpēc, ka ja mēs esam draudzē. Потому что если мы в церкви. Mēs esam Kristus miesa arī. Тогда мы тоже плоть Христа. Mēs esam viņa vēstnieki. Мы его послы. Kas darbojas vēstniecībā šodien uz šīs zemes, tas ir draudzē. Которая работает на этой земле в посольстве, которое называется церковь. Mums augstāk par zemes likumu ir tomēr debesu likums. И выше земного закона у нас есть закон небесный. Tas ir svarīgi. Это важно.
Draudz ir ļoti svarīgs elements. Церковь – это очень важный элемент. Lai mēs nonāk līdz Kristu. Чтобы мы добрались до... Jo kam viņš nāks pakaļ? Потому что за кем же он придет? Pēc draudzes. Он придет за церковью. Nevis viņš ies pa mājām kovēsies, kur no kurš ir palicis. Он не будет идти домой и стучать, куда же кто ушел. Viņa cilvēki būs viņa miesā. Его люди будут его платить. Un ja mēs mirstam, viņam palikuši draudzē. Noturējušies līdz galam. Если мы умираем тогда, когда мы все еще в церкви, мы держимся. Lai gan Bībelē teica, ka mēs aizmigsim. Хотя в Библии сказано, что мы заснем. Mēs aizmigsim. Что мы заснем. Tad tas nozīmē, ka mēs aizmigsim. Это означает, что мы заснем. Un ja mēs esam Kristus miesā. Если мы в плоти Христа. Un ja Kristus ir teicis, ka viņš šodien sēž pie Dieva troņa kājām, pie Dieva kājām. Если он говорит, что он сейчас у трона Господа у его ног. Un viņš visu laiku aizstāv mūs. И он все время ходатайствует за нас. Mēs paliksim viņā. Tagad mēs останемся в нём. Bet mums vienmēr ir iespēja ļauties tam, ka mūs izsit ārā no draudzēm. Того, что нас что-то выбивает из церкви. Mums ir svarīgāk to, kas notiek pasaulē. Vēl man vajag 5 darba vietas obligāti. Нам важнее, может быть, что нам надо еще 5 рабочих мест. Ja tas netraucē tev sekot Kristum, tad varbūt arī 15 darba vietas. Tebe не мешает следовать за Иисусом, тогда хоть 15 работ. Bet ja tas traucē tev sekot Kristu? No, если тебе это мешает следовать за ним. Iedomājies, kāda izvēle? Представь, какой выбор? Man ir izvēle vēl kaut kāds 5 darbvietas paņemt. У меня есть выбор, взять еще 5 Un uzdāvināt saviem mazbērniem katram pa kaut kādu, nezinu, kaut kādu lielu dāvanu kaut kādu tur, no, tur nezinu, Ziemassvētkos vai kā. И подарите, может быть, внукам какое-то большие подарки на Рождество. Vai arī? Или? Es viņus satikšu debesīs un dzīvošu mūžīgi. Saprotiet? Tā izvēle ļoti liela, nopietna. Tāpēc es visu jūs sveicu draudzes dzimšanas dienu. Так что сегодня я вас всех поздравляю. Es te gribēju lasīt Dieva vārdu, bet cik mums nav krievu bībās, es nelasīju. Я хотела читать... Ir? Ir? Nē, nu labi, nelasīt. Tad tie grūti atcerēt. Es saprotu. Es arī esmu līdzi. Lasiet atklāsums grāmatu, 21. nodaļu, tad jūs saprotat. 21. glavu, tad jūs paņemat. Palasiet mā, 21. 22. tas ir divas pēdējās nodaļas. 21. 22. glavu, это последняя глава Библии. Tur ir runa par šo jauno Jeruzalemi. Там речь о новом Иерусалиме. Tur ir teicis šis cilvēks, viņam, ka viņš nedrīkst būt, kad no meliem mums ir jāatkāpjas. Tas ir pirmais. Там сказано, что, во-первых, мы не должны брать. 21. nodaļa. 21. glava. Tā ir priekšpēdējā nodaļa vispār Bībelē. Это предпоследняя глава в Библии. 27. pants. 27. stih. Ne mūžam tur nekas neieies. Никогда туда ничего не попадёт такое. Kas nesvēts. Что не святое. Un neviens. И никто. Kas dara negantību. Zlo jādara. И кто делает зло. Un melo. И врёт. Bet vienīgi tie, но только те, kas rakstīti Jēra dzīvības grāmatā. То записано в книгу Агнеца. Tas nozīmē, ka no tās grāmatas kaut kā var izrakstīties ārā, izdzēst ar sevi. Ar ko? Ar meliem? Это получается, что из этой книги можно как-то себя стирать. Это когда ты лжёшь. Kad tu esi netiklība. Когда ты в блуде. Kad tev ir ļauns domas par citu cilvēku. Что у тебя плохие мысли, злые мысли насчёт другого человека. To neviens bez mums pašiem nevar pārbaudīt. Никто, кроме нас, это проверить не может. Mums pašiem ir jānožēla tas, ja mums ir kaut kāds ļauns domas par otru. Покаяться. Mums vajag nožēlot, ja mēs melojam, мы un nemelot vairāk. Покаяться, если у нас есть эти злые мысли, умысли, если мы врём. Ja mūsos ir netiklība. Если в нас блуд. Vienmēr tu jāpasaki, es to nedarīšu, es negribu to redzēt. Ты один день должен сказать, я этого не буду делать, я больше этого не хочу. Bet ja tu visu to vēl prēm gribu darīt. Но если ты все еще хочешь продолжать un это делать. Un šajā jomā tu neko negribu mainīt. И ты не хочешь ничего изменить в этом. Да ešu ne dieķi kāp kaut 50 reizes un kristies. Тогда крестись хоть 50 раз. Tā būs vienkārši mazgāšanās iešu un ūdenis, varbūt? Это будет просто, ты помоешься. Tur tu pieņem lēmumu būt kā Kristus. Там ты принимаешь решение быть как Иисус. Vecais cilvēks mirst. Старый человек умирает. Viss paliek zem ūdens. Все остается под водой. Un tu celies augšā. И ты встаешь.
ar jaunu domu, ar jaunu lēmumu. С новой мыслью, новым решением. Kopā ar Kristu es izdarīšu to, ko es nevarēju, ka vecais cilvēks. Вместе с Иисусом я сделаю то, что не мог, как старый человек. Un, lai to izdarīt, tev jāzina šis vārds. И чтобы это сделать, ты должен знать это слово. Tāpēc, ka viņš runā caur šo vārdu. Потому что он говорит через слово. Tā it kā vienkārši, ne? Как будто просто. Un visi saka amēn un paliek priecīgi, nevis tik pēdīgi. Un visi domā, kad viņi beigs runāt tik forši smaržo dūmiņi. Un visi domāju, kad viņa končit gavarīt tā karašo papu. Pat to miesu, ja tur maz runāju, bet tā gribas tās desiņas. Tā končit cērķi, kalbasečiek. Viņš mūs arī baro šeit. No i Bog nas kormit izdēļ. Viņš mūs dod gudim, kā šeit dzīvi. On dēļ tam mudres, kāk žīt. Ja mēs izvēlamies vispirms to, ko viņš mums iesaka. Если мы сначала выберем то, что он нам советует. Jo Dāvids bija pēc viņa prāta, viņš ir bagāts ķēniņš. Потому что Давид был по его разуму, и он был богатым царем. Kad viņš gāja cīņā, viņš prasīja Dievam. Viņš gāja pie priesta, prasīja Dievam, man iet šeit kaujā, vai neiet? Когда ему надо было идти на битву, тогда он шел к пастору и спрашивал, мне идти, надо священнику, мне надо или не надо идти на эту битву? Bija reizes, ka viņam bija jāatkāpjas. Ja bija времена, когда ему надо было отступить. Lai pēc tam uzvarētu lielāk spēku. Чтобы победить в дальнейшем с большей силой. Bet visu šo stratēģi viņš saņēma no Dieva. Но всю эту стратегию он получал от Бога. Саломон bija pats bagātākais, viņa dēls pats bagātākais ķēniņš. Его сын Соломон, он был самым богатым царем. Viņš dzīvoja uz savu tēva uzvarā. Он жил на победах своего отца. Viņš zināja, ka, lai nu kas, bet šīs te baušļi, šie te likumi Dieva. И он знал, если что, но эти заповеди Божьи. Tie jātur pie savas sirds. Надо держать их у своего сердца. Tas nozīmē, ka lēmumu jāpieņem uz šo te, šīs te gudrības pamata. Это означает решение принимать на основываясь на эту Божью мудрость. Mums dzīve visam savādāk. И тогда наша жизнь тоже будет иной. Amen. Amen. Tad daram tā. Так что делаем так. Ja? Daram tā. Tā pa īstam. Так по-настоящему. Es negribu, ka kāds pazaudē kaut ko. Я бы не хотела, чтобы кто-то что-то потерял. Tāpēc, es redzēju, ka daudz pazaudē. Потому что я видела, как многие теряют. Pa 25 gadiem es no daudz kas redzēju. За 25 лет я очень много чего видела. Un žēl, ka tu pazaudē savus kaujas biedrus. И жаль, что ты теряешь своих братьев по оружию. Jā. Žēl tas ir. Потом это жалко. Tā kā sveicu jūsu Kristus draudzes dzimšanas dienā. Es jau pazdāvināju vesas. Apsveic pats sev un es vēl duros pie viņa. Es to kūros. Es vēl duros pie viņa. Ja es vēl dušos viņa. Kungs, palīdz man turēties. Ja spoju, pamagin mie dēžāca. Tās ir nopietnas lietas, bet jāiet draudze. Jābūt kopā ar tiem, kas turās. Jā, viņi krīt. Надо Viņa быть вместе, тебе быть паши, жертве, тур... надо быть теми, кто держится, может быть, когда-то падают. Viņa reizēm tev paši tur iesitīs, ieturs, apēdēt. Tībie kā agačā, ničaina udārē. Viņi tolika ničaina tā notēmēs un izdarīt. Bet tu tieši to pašu dari, kamēr mācīt. Пока ты учишься, ты делаешь то же самое. Ну как, цыц раут, но так вот ось потей. Кто-то другой плачет от того, что ты сказал. Vai aprunāju, vai samēloju. Или наврал, или наклеветал, или что-то не сделал. Tāpēc piedosimies cits citām šodien visu, ko, kas ir noticis. Nu, sāpi. Простим друг другу все то, что было больно. Un daļai debes valstī būs tak mums jau. И частично уже Царство Небесное будет среди нас. Ja mēs atsakāmies no sāpēm. Потому что мы отказываемся от боли. Ja? Es gribētu tagad palūkt. Evī man palīgā. Jā, tu vari, man to vienmēr, ko... Ja Devi, tad izdod, tur kas tur kājas. Es nezinu, vai mēs te visi tagad esam, man te visi ne... Labi, tas sarakstīts. Mēģināšu. Es gribētu... Ja hatēla bi... apsveikt mūsu kalpotājus. Pazdravīt naših služitelēj. Tāpēc, ka tas ir tāds liels darbs, ko mēs darām. Потому что это большая работа, которую мы делаем. Tas ir, tā ir Dieva griba. Это Божья воля. Bet miesē tas nav vienkārši. Но я плоти это не легко. Tāpēc, ka miesa grib visu sev. Потому